Ежедневно на рынке «Лагуна» совершаются сотни покупок, начиная от продуктов питания, заканчивая бытовой техникой. Зачастую среди покупателей найдется такой, который на радостях от вожделенного кухонного комбайна или игрушки элементарно забудет забрать квитанцию об оплате. Главное – покупка, а остальное – неважно. А ведь чек – это гарантия защиты потребительских прав. В этом убедилась брещанка Наталья. Если какие-то возникнут у нас нюансы в плане пользования, да, претензии, мы сможем по чеку защитить себя как покупателя. Да. А скажите, пожалуйста, бывали такие случаи, что вы взяли чек, например, у вас что-то сломалось, и вот как-то вы вернули или нет? Да, бывало, да. Помогало вам? Да, и причем как-то вот никогда не было со стороны продавца негативной реакции, то есть там нет, я не верну. По чеку, то есть всегда, да, возвращали деньги или просто меняли товар на какую-то другую позицию. Таким образом, чек позволяет быстро решить споры между покупателем и продавцом при возникновении разногласий. При его наличии можно вернуть некачественный, испорченный, поломанный или просроченный товар. Плюс ко всему, недобросовестный продавец, не оформляя должным образом прием наличных денежных средств при продаже товаров, получит деньги и просто положит себе их в карман, не заплатив с них налоги. В итоге страдает бюджет. Поэтому акция «Кассовый чек как счастливый билет» – своего рода напоминание и мотивация как для продавцов, так и для покупателей. А для последних еще и возможность выиграть денежный приз. Разыгрывается 20 призов денежных в размере 1 250 000 рублей каждый и один денежный приз в размере 5 миллионов рублей. Для того, чтобы покупатель стал участником данной лотереи, ему необходимо совершить покупку в одном чеке на сумму не менее 180 000 рублей. Послать смс на короткий номер 7115 с любого сотового оператора и внести следующие данные. Л. Это рынок «Лагуна», затем пробел, дата совершения покупки, пробел, время совершения покупки, пробел и УНП, указанное в кассовом чеке. Люди берут, покупают товар, выдаем чеки, люди оформляются, все довольны. Мало ли, кто-то может выиграть что-то. Желание возникает, когда узнают, что суммы хорошие выигрывают. И уже более десятков чеков отправлено. Сегодня на рынке «Лагуна» с легкой руки директора Натальи Ильницкой было определено 5 победителей, которые стали обладателями денежных призов в размере 1 250 000 рублей. Среди них Иван Ткачев, работник контрольной службы. Его чек с номером 613 стал для него счастливым. Сегодня стали победителем, да, лотереи, розыгрыша, акции. Как ощущения? Ожидали ли вы? Ну, я даже надеялся, как бы, но не ожидал, потому что уже людей как бы много. Ну, надежда была. На что потратите свой выигрыш, признавайтесь? У меня ребенок родился пару дней назад, поэтому на ребенка, да, будет как подарок. Розыгрыши призов проводятся каждый вторник декабря. Выдача призов будет проходить чуть позже, при наличии победителя документа, удостоверяющего личность, а также оригинала игрового чека.